Смотри, Саня, у тебя сейчас будет галстук. Тебе надо немножко. Подожди. Хотя бы шаг вперед сделай, даже в таком положении. Наполнится и сделай шаг назад. Вот, сделай шаг назад. Так, посмотрел, куда тебе надо будет смещаться еще. Сейчас перенаполни его, только в стропы не встань. И подошел назад. Подтяни вот эту правую руку с клевантой. Чуть-чуть буквально тебе надо еще подравняться. Можешь, да, корпус переместить относительно крыла, чтобы клевантой не работать. Так, я побежал, потому что иначе стой, я не встаю. Ну давай, поехали. Давай, выводим активнее. Стоп, разворачиваемся. Давай, тянешь. Вон. Еще не довыел и купол, и начинаешь ее душить. Сейчас я тебя выведу. Вон. Ну, ты клеванту душить начал. Видишь, оно у тебя нормально не вышло, потому что сейчас я посмотрю. Ветер куда-то еще делся. И сразу смотри, определяй, старайся, вот ты приехал, мало ли колдун забыл. Понаблюдал, откуда ветер. Если по уже траве, по траве, если встегнулся уже и ветер меняется, то ты его в принципе по щекам уже почувствуешь. Головой поводил туда-сюда, ага, уже понял. Куда, откуда? Сейчас надо сделать натяжение просто. То есть отойти от купола. И вся эта ботва сама собой рассосется. Если меня тянет вправо, я иду вправо. Ну, если тебя потащило, да, вправо, то ты. Я иду вправо и снизу. Да. Но при этом как бы правая рука у тебя вверху должна быть. Да. Тянем. Отпускаем ряды, руки вверх, нагружаем, идем вперед. Подработали правой рукой, чуть-чуть буквально. Нагружаем, не забываем вперед проходить, продвигаемся. Ручки вверху. Чуть-чуть буквально нагружены. Левой подработали, больше левой вправо смещаемся. Вот мы с тобой сейчас об этом обговаривали. Все, стоп, больше правой закинь, левую. Постой, так, я сейчас все расправлю, только в стропах не запутайся. Стой. Посмотри, там у тебя под ногами стропа. Сейчас уже получилось, видел? И как раз ситуация сложилась, которую ты спрашивал. Сюда влево сместись просто. Смотри, у тебя здесь косяк. Видишь? Пусти. Так. Да. Вот. Все. Влево сместись. Смотри, когда тебе надо посмотреть на купол. Из прямого старта ты, соответственно, нагружаешь его вперед, корпус у тебя вниз ушел, и тебе остается поворот головы какой, либо через, ну как бы поднимать ее, да, соответственно, с головой корпус вверх пойдет, это разгрузка, либо, да, просто шею проворачиваешь, так удобнее будет сбоку смотреть, и корпус у тебя будет нагружать ряды.
разворачивается купол у тебя. Знаешь почему? Не сопротивляйся, держи и назад подходи. Вот, вот, вот. Главное в стропах, чтобы тебя не... Знаешь почему это было? Потому что у тебя, вот как сейчас, одна консоль валялась таким образом, а вторая уже была на готове. Соответственно, ты дал нагрузку, та начала обгонять эту. Концентроваться надо было. То есть ровный заборчик сделать, подковку. А с мотором плюс ты добавляешь тяги, и тебя просто реактивным моментом разворачивает и ломаешь ограждение. Готовься, пробуй.